27 октября в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» состоялось первенство города среди юношей по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов в различных весовых категориях. Основная цель спортивного праздника – формирование сборной города. У нас проходит первенство города для формирования сборной команды города Кумертау. По двум возрастам, это 2002-2003 год рождения, мы будем отбирать сборную команд города для выступления на открытом республиканском турнире, который пройдет здесь у нас в ноябре на призы главы администрации города Кумертау. На протяжении всего дня спортсмены выявляли лучшего. Каждое единоборство было разнообразным. Кому-то пришлось выявлять победителя все два периода, а кто-то добывал победу досрочно, положив соперника на лопатки. Соревнования хорошие, проводятся уже не первый раз в нашем городе, традиционно. А сегодня я кинул своего соперника четырехбальным броском, прогибом. В общей сложности 17 человек стали победителями турнира. Призеры были награждены медалями и дипломами. Но самый большой приз для победителей – это, конечно же, попадание в сборную команды города. Теперь им предстоит защищать Кумертау на республиканских и всероссийских соревнованиях. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».